Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас на видеообзоре крутая коляска фирмы Indigo. Моделька называется Sydney, Sydney 18. Коляска очень сильно похожа на Шарлотту, многие ее сравнивают, но здесь больше цветов для выбора, как на мой взгляд. Давайте посмотрим поподробнее. Кострючка у вас опускается максимально. Здесь у вас есть отворот-стоечка, который фиксируется, если что, с двух сторон, чтобы ребенку не надул ветер, не попал снег. Также можно зафиксировать в этом положении. Накидка на ножки крепится на обычные клепки, как всегда, утепленно. Что касается внутренности, ширина, длина стандартная. Здесь еще есть два кармашка для мамочки. Все боковинки снимаются для стирки. Снизу у вас идет фанерочка. Когда ребеночек начнет подрастать, вы можете здесь приподнять и зафиксировать в нескольких положениях. Очень удобно. Также сзади у вас есть москитная сетка. Сейчас откроем. Которая, если что, будет нужна для лета, для циркуляции воздуха, чтобы ребенку не было жарко. Здесь спрятанная ручка из эко-кожи, чтобы в дальнейшем вы могли переносить саму люльку. Ручка для мам регулируется по высоте с нажатием двух кнопочек. Все легко и просто. В комплекте идет вот такая сумка и дождевик с москиткой. То есть коляска полностью укомплектована. Что касается низа, корзина открытого типа, большая, вместительная, глубокая. Можно снять, состернуть. Колеса у вас идут надувные, камерные. Для зимы самое то. Проедете по-любому без дорожки. Тормоз у вас двойной, то есть и здесь, и здесь. Обязательно нужно будет нажимать, наверх уже будут крутиться. Снимаются колеса нажатием вот этой кнопки, в идеале все колеса снимать раз в месяц. Зачем, пишите в директ, проконсультирую. Амортизация у вас присутствует, вот они, пружинки. Можете зафиксировать ее, сделать жестче. Вот здесь, видите, переставляете рычажок в другую сторону, амортизация будет жестче. Сейчас она мягкая. Видите, прям качается, как колясочка. Все неровности дороги сгладятся, и плюс на поребрик заезжать проще. Передние колеса вращаются на 360 градусов и фиксируются. Ставите вниз, колесо поедет прямо. Поднимаем наверх, колеса будут крутиться. Фиксируем колеса, когда едем по неровной дороге, либо зимой по снегу, а так пусть крутится. Снимается с нажатием вот этой кнопки. Что касается снятия самого блока. Как всегда, нажимаем две кнопки. Раз, два, происходит щелчок. С другой стороны делаете то же самое. Раз, два, происходит щелчок. Теперь мы с вами вытаскиваем ножки малыша. И вот за эту ручку, которая здесь спрятана, вытаскиваем полностью головку. То есть ничего сложного нет, просто дело привычки. Второй блок, как всегда, ставится хоть от мамы лицом, хоть к маме, как захотите. Например, поставим от мамы. До щелчка, все защелкнулось. Вот так вот он будет выглядеть. Накидка на ножке, как всегда, с отворотом. Крепится на клепочке, утепленная. Вот она, ваша внутренность. Посмотрите. Пятиточные ремни безопасности, накладки на плечики, межпаховая накладочка. Обязательно есть ограничитель между ножек, чтобы ваш ребенок не вывалился. Здесь в эко-коже бампер. Подножка поднимается самостоятельно до защелкивания. Если будете использовать данную коляску, когда ребеночек маленький, можно полностью наверх зафиксировать, чтобы ребенок упирался и не попадал. Опускается с нажатием двух вот этих вот кнопочек. Здесь у вас все идет просиликоненное, малыш запачкает, все легко протирается. Спинка механическая, поднимается самостоятельно до защелкивания, а опускается с натягиванием вот этого рычажочка. Натягиваем и опускаем. Ничего совершенно сложного. Данная коляска у нас представлена в магазине 2 в одном, 3 в одном. Можем сделать ее 1 в одном, как захотите. Просто скажите мне, мы все сделаем. Как собирается коляска? Сейчас покажу. Как всегда, снимаем блок. Ничего сложного, вы привыкнете, не думайте, что это очень тяжело. Натягиваем два рычажочка на себя на раме, натянули, опускаем вниз. Снизу у вас есть предохранитель, который не дает сложиться раме. Убираем его в сторону и опускаем полностью вниз. Если что, здесь вы можете зафиксировать раму, чтобы она у вас, например, в машине не разложилась. Ну и все, в принципе, перетаскиваем за сам каркас. Потом также одной рукой придерживаем, второй открываем. Открываем до защелкивания. Щелчок был, коляска разложилась. Обзор закончен. Приходите на наш сайт, пишите лично мне, проконсультируем и обязательно подберем вам самый лучший вариант.